Володя, если что, сразу звони мне. Никакой самодеятельности. Игорь. Я перезвоню. Вот. Могу перевести на человеческий язык. Не нужно, я в какой-то степени тоже химик-технолог. Что ты думаешь по этому поводу? В порядке рабочего бреда. Гексогеновую бомбу небольшой мощности прикрепили к бензобаку. Когда автомобиль зашел на поворот, ее дистанционно взорвали, бензобак загорелся. И ни у кого не возникло сомнений, что это несчастный случай. Ребят, какой бензобак, какая бомба, я не понимаю. Оль, я потом тебе все объясню, ладно? Спасибо огромное, ты нас очень выручила, извини. Спасибо. Почему мы не написали заявление в полицию? Это бессмысленно. Они меня здесь нашли. Кто? Те, кто требует с меня Лешин долг. Ты думаешь, это люди топора ее подошли? Я не думаю, я знаю. Они позвонили мне сразу же, как мы туда пришли. Они за мной следят, они не оставят меня в покое. А мне просто негде взять такую фантастическую сумму денег, негде. Надо идти в полицию. Мы уже были у Белозерова. Руслан говорил о Тарасове из прокуратуры. Давай пойдем к нему. Ой, не хочу, я никому не верю. Полиция все равно выяснит, чей автомобиль сгорел, задастся вопросом, почему ты раньше к ним не обратилась. Очень устала, хочу спать. Да, ты права, нужно отдохнуть. На свежую голову решить, что делать дальше. Простите, Наташенька, за столь ранний визит, но тут такое. Не волнуйтесь, мы сейчас все уберем. Что, собирайся, пойдем к Тарасову. Это я приобрел этот автомобиль для своей дочери. Что? Что с ней? Да слава богу. Доброе утро, Дмитрий Николаевич. Я не уверен, что она добрая. У Наташи проблемы. Сожгли ее автомобиль. Так что ей наверняка понадобится помощь. Хорошо, Дмитрий Николаевич. Вы не волнуйтесь, я все устрою.
Хорошего дня. Поехали. Вот поэтому я уверена, что ко всему произошедшему причастен этот Топоров. Хорошего дня. Не уверен, что он будет хорошим. Олег Евгеньевич, так вы займетесь нашим делом? А я разве не им все занимаюсь? Значит так, Виктор Топоров был убит 2 года назад во время бандитских разборок. Поэтому это не он. Получается, прав был партнер моего мужа. В смысле? Он думал, что это могут быть обманутые вкладчики, их фирма. Dream Invest. Они строили многоквартирный дом, потом обанкротились. То есть люди вложили деньги, остались ни с чем. Хорошо. Я возьму это дело об автокатастрофе на доследование. Кто его вел? Капитан Белозеров из Киево-Святошинского отделения, но он не захотел. Я понял, понял. Я вас больше не задерживаю, ваши контакты у меня есть. Да, кстати. Как фамилия партнера вашего мужа? Процюк. Владислав Процюк. Угу. До свидания. Всего доброго. Капитан Белозеров, добрый день. Следователь Тарасов вас беспокоит, городская прокуратура. Да. Что вы можете сказать по поводу гибели Копылова Алексея Андреевича 1984 года рождения в автокатастрофе? Значит, эта дамочка уже до прокуратуры добралась, да? Вот уж неугомонная особа, а? А по существу дела есть что-то сказать? А что тут сказать? У барышни снесло крышу от потери любимого мужа, к тому же. Как я понял, она еще и любительница детективов. Ясно, это все лирика. Подготовьте, пожалуйста, материалы по этому делу, я беру его на доследование. Белозеров. Какой неприятный тип. Зря так. Я, конечно, понимаю, он не образец галантности. Но мужик, судя по всему, толковый, порядочный. С чего же это следует? Интуиция, наверное. Она тебя никогда не подводит, да? Нет. Здравствуй, Тамар. Нет, пока еще не еду. Да, дела. Ну, жаль. Ты же обещал Сашку на выставку старых автомобилей сводить. Сань, только ничего там не трогай. Да-да, я понимаю. Слушай, тут Сашка из тебя еще хочет что-то сказать. Сынок, сынок. Поговори с дядей Игорем. Скажи ему, чтобы скорее приезжал. Привет, дядя Игорь. Санек, здорово. А ты чего не в садике? А, и сколько этот карантин продлится? Ого. Нет, ну мне нужно еще кое-какое время здесь задержаться. Нет, ну я, конечно, помню, что я обещал. Но понимаешь, тут один хороший человек в беду попал. Нужно выручать. Ты со мной согласен? Конечно, это мужчинский поступок. Я тебя люблю, дядя Игорь. Пока. Алло. Да, Богдан, добрый день. Извините, я просто не могла раньше ответить. Нет-нет, все нормально. Хорошо. Да. Да, конечно. Папа уже знает про машину. Позвонили из местной полиции. У Богдана какая-то важная информация. Он ждет нас сегодня в 6 часов в ресторане.
Может, пойдешь домой отдохнешь? А я по городу погуляю. По городу погуляю. Знаешь что? Пойдем. Куда? Идем, пойдем. Как это практически можно сделать? Прикрепить бомбу к бензобаку. Но думаю, нужно прежде всего иметь доступ к автомобилю. Вспомни, может, Алексей одолжил кому-нибудь машину? Нет. Он к машине относился очень трепетно, даже меня за руль не пускал. А где он ее оставлял? В подземном паркинге, но туда посторонних не пускают. А может, он отдавал ее в автосервис, не помнишь? Не помню. Понимаешь, я вообще на такие вещи даже внимания не обращала. Мы последнее время жили каждый в своем личном пространстве. Виделись урывками. Я в лаборатории, Леша у себя в офисе или на стройке. Постоянно в разъездах. Если бы я думала не только о себе, если бы я знала. Наташ, тебе не в чем себя винить. Люди, как бы не любили, очень редко живут, полностью растворяясь друг в друге. Может, один случай на миллион. Поверь, я знаю, о чем говорю. Сюда, проходите, пожалуйста. Спасибо. Богдан, извините, пожалуйста, мы не рассчитали немного время. Ничего страшного, это вам. Спасибо. Поставьте, пожалуйста, воду. Прошу. Ну что ж, с чего начнем? Здесь вино, кстати, отменное. Мне кофе, пожалуйста. Мне чай, пожалуйста. Обычного черного. Итак, что случилось с машиной? Где вы были тогда и что сказали в полиции? Богдан, если честно, мне не очень хотелось бы сейчас это обсуждать. Мы сами разберемся. Вы сказали по телефону, что у вас есть очень важная информация по поводу дел Лешиной фирмы. Да. Понимаете, у меня создалось такое впечатление, что фирму обанкротили искусственно. Перед этим вывели деньги через офшоры. Это, конечно, требует тщательного расследования, но интуиция меня никогда не подводила. Но есть возможность вернуть часть ваших денег. Для этого, Наташенька, мне нужно подписать такое заявление, что деньги были взяты без вашего ведома. Я буду ничего писать. Я Лёше сама дала эти деньги. Лёшу убили. Убили, я уверена. Убили. Кто? Машину Алексея взорвали. Но если, как ты говоришь, деньги со счетов фирму сняли еще до ее банкротства, то ты вполне мог сделать Владислав Протюк. Партнер Наташиного мужа. Зачем? Возможно, Леша узнал об афере и хотел сообщить в полицию. Друзья мои, а вам не кажется, что вы немного заигрались? Как-то выходит чересчур остросюжетненько. Извините, пожалуйста, я сейчас. Мы настояли на пересмотре дела о гибели Алексея, и твоя информация может нам очень помочь. Я повторюсь, это пока только мысль. Когда появится официальное подтверждение, конечно, я. Старичок, тебе не кажется, что это все как-то не по-мужски, а? Ты о чем? Я, Наташа. О ее моральном состоянии.
Человеку явно плохо, а ты просто этим пользуешься. Ты выпил лишнего? Мне не безразличны чувства близких мне людей. И я своей сестре. Чего тебе не хватает, а? Давай я как-то сам разберусь со своей личной жизнью, хорошо? Нехорошо. Наташа, это мой призовой фонд. И я хочу, чтобы ты понял. Я ее не уступлю. Чего ты скачил-то? Извините, пожалуйста, у меня голова разболелась, я домой поеду. Игорь, ты проводишь меня? Конечно. Богдан, спасибо вам большое. Приятного вечера. До свидания. Будь здоров. И тебе не хворать. Сейчас я машину поймаю. Не надо, Игорь. Не надо, извините. Что случилось? Не могу. Боюсь домой ехать. Но я же рядом. Да, я знаю, спасибо. Просто столько случилось за последнее время. И еще этот запах. Это листья жгут. Значит, так пахнет тревога. Листьями, которые жгут. Ну, тогда пойдем гулять. Пойдем. Увлекаешься велоспортом? Нет, просто нравится это место. Мне кажется, это модель нашей жизни. Бег по кругу? Нет, это точно не про тебя. Откуда ты знаешь? Знаю. Замерзла. Спасибо. Что, бензином пахнет? Да нет, не только. Тут целая гамма ароматов. Масло и металлическая стружка. Даже костра немного. Я, кстати, как-то думала создать подобный мужской аромат. Ты шутишь? Нет, почему? Некоторые известные дизайнеры выпускают ароматы такие. Чем я хуже? Нет, ты не хуже. Ты намного лучше. Я вот до сих пор помню запах твоих духов. От него у меня кружилась голова. Я на самом деле думал, что они очень дорогие, а ты рассмеялась и сказала, что это всего лишь навсего виноградное масло. Слушай, а правда, я тогда только начала экспериментировать с аромамаслами. Надо же, ты помнишь такие мелочи. Не мелочи, это моя жизнь. Я помню все, связанное с тобой. Сколько людей за этими окнами, со своими радостями, проблемами. В детстве я была уверена, что уж в моей-то жизни будет все не так, как у всех. Доброе утро. Доброе. Как тихо. И запах удивительный. А мне сразу школа вспомнилась. Ну да, так пахнет осень.
А ты знаешь этот секрет племени майя? Какой? Потом как-нибудь расскажу. Вот Леша настройка. Можем сходить посмотреть, что там делается. Да. Dream Invest. Несостоявшаяся мечта. Господи, я же ничего этого не знала. Наташ, повторяю тебе еще раз, в этом нет твоей вины. Мы обязательно выясним, кто стоит за банкротством фирмы и за смертью Алексея. Я тебе обещаю. Жалко, телефон не сохранился. Могли бы позвонить этому Прохорову. Может быть, что-то удалось бы узнать. Кому сейчас этот номер вычислим? Мобильных операторов всего лишь несколько. Можно попробовать. Доброе утро, это Андрей? Какой еще Андрей? Всем утра. Доброе утро. А мне нужен Андрей. Ну какое утро? Вы на часы смотрели? Ночь еще. Алло. Доброе утро. Извините за ранний звонок. Мне нужен Андрей Прохоров. А что вам нужно? Это по поводу недостроенного компании Dream Invest дома. Мы только что оказались на стройке, так поняли, Андрей возглавляет комитет дольщиков. Возглавлял. И нет больше никакого комитета. И денег нам никто не вернет. Маша, не хорони все раньше времени. Наша борьба еще не закончена. Здравствуйте. Я обязательно выведу этого мошенника и афериста на чистую воду. Это вы о ком? Ну, о Протюке, конечно. Злого всегда наказуем. Я в этом не сомневаюсь ни секунды. Тем более, подельник Протюка Копылов свое уже получил. Скажите, вы какое СМИ представляете? Извините, я вам перезвоню. Наташ, ну что опять не так? В смысле? Опять то же самое? Ты же все сам слышал. Или ты что, ему поверил? А ты что, нет? Я? Я верю, что мой муж тут совершенно ни при чем. Он даже не знал ничего. Это Влад обманул этих людей. Потом обманул Лешу. Убил его. А ты... Ты веришь какому-то подозрительному Малышеву, какому-то вообще неизвестному Прохорову. Может быть, ты просто хочешь, чтобы Леша оказался во всем виноват? Здравствуйте, извините, я вам звонил несколько минут назад. Меня зовут Игорь Климов. Мне нужно с вами поговорить. Жанна к бате поехал. Не, мои люди сказали, что она не появлялась. Он шеф башню оторвет, если мы ее сегодня не привезем. Чего это нам? Тебе! Это ж ты упустил этих голубков вчера утром. Вот она. Сядь. Привет. Ну что делать будем? Ждать. Выйдешь же она когда-нибудь из дома. Сматывается, чем быстрее, тем лучше. Да, конечно. Документы на имя Мухина постараюсь сделать за несколько дней. Все. Я сам работал в Dream Invest в охране. Потому и влез в эту авантюру. Я же думал, своя компания не обманут. А получилось, что и работа, и деньги в один момент пропали.
Когда это произошло, вы вспомните? Чего ж не вспомнил? 7 сентября. Пришел на работу, офис закрыт. Никто ничего не знает. Потом оказалось, что и стройка в этот же день остановилась. А еще погиб Алексей Копылов. Ну, об этом мы узнали уже позже. Копылова убили. Да ладно. Кто? Не знаю, следствие идет. Но есть вероятность, что его смерть могла быть выгодна его партнеру, Владиславу Протьку. Погоди, погоди, погоди. Они ссорились за пару дней до всех этих событий. В кабинете у Копылова. Ор такой стоял, что я на входе слышал. А что орал, не вспомните? Нет, я не прислушивался. Говорите, следствие идет? Схожу я к вашему прокурору и дам показания. Спасибо вам большое. Да не за что. До свидания. Сервис? 5 сентября. Хахаль нашей птички. На раз-два тащим машину. Зачем? Сам поймешь, если не дурак. Тихо, не рыбайся. Пошли, 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 пошли. Выходи скорее, я жду. Тихо, тихонечко. Твой друг в машине. Не дергайся, все будут живы. Пошли, тихонечко открываем дверь, заходим. Должна была так говорить. Тебе нечего извиняться. Я все понимаю, тебе трудно поверить, что человек, которого ты любила, оказался не тем, за кого себя выдавал. Тормозни машину. Они вам пока не понадобятся. Привет, сестренка. Как вы там? Я возвращаюсь. Нет, они еще останутся здесь. Все. Я говорю, все. Потом обсудим.
Ну что ж, Наталья Дмитриевна, время возврата долго истекает. А вы вместо того, чтобы выполнять финансовые обязательства своего мужа, ментам да в прокуратуру бегаете. А ведь вас предупреждали. Идем. Никуда не пойду, а иди, иди, иди. Давай. Ты, походу, боксер? Что вам от нас нужно? От тебя лично ничего. Мастер спорта по боксу Игорь Климов. Ну вот, вы, если твоя краля будет хорошо себя вести, то скоро вы поедете домой. Понял. А давайте-ка развлечемся, а? Короче, боксер, хочу с твой бой посмотреть. С какого ты перепугу я должен вас развлекать? С того перепугу, что я тебе башку кирпичом проломаю. Скажу, что так было. Слышь, Толя, поди сюда. Тут у нас мастер спорта по боксу объявился. Покажи-ка ему пару приемчиков. Только не убей, Толян, как всегда. Пацаны, руки хоть развяжите. Удачи. Я с двух ударов ушатаю. Ух ты. Хорошо, давай, точка. Отлично, сейчас. Здравствуй, Наташа. Ты сама виновата. Мои люди пытались договориться с тобой по-хорошему. Ты... Ты подослал ко мне бандитов. Поджег мою машину. Как ты мог, Влад? А что мне оставалось делать? На контакты идти не хочешь? Я и так очень долго ждал. Чего ты ждал? Пока ты придешь в себя после смерти мужа. Но, по-моему, это было напрасно. Ты очень быстро нашла ему замену. Оля, работа, давай! Поехал! Хорошо! Давай! Что ты несешь? Ты убил моего мужа, теперь ты надо мной издеваешься. Это серьезно? Абсолютно. Я знаю, что банкротство вашей фирмы было искусственным. Ты снял деньги со счетов, а когда Леша узнал об этом, ты убил его. Так. Так ты ходила в прокуратуру, чтобы рассказать, как я убивал твоего мужа. У нас есть доказательства. Тебе не отвертеться, ясно? Да. Ну-ну. Давай, стоп, боксер! Давай! Один. Два. Три. Как ты все гениально придумала. Засадить меня за решетку, а все деньги забрать себе? Не выйдет, Наташа. Придется все-таки делиться. Но теперь будет все по-другому. Я дам тебе не 50%, как раньше, а 30%. С учетом всех моих издержек. Ну что, я пошел. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я ничего не знаю, ни о каких деньгах. Да ладно. Прекрати ломать комедию. Ведь это не я, а вы. Вы с Алексеем провернули аферу по выводу 4 миллионов со счетов нашей компании. Из чего ты это взял? Собственными ушами слышал. Как Алексей незадолго до смерти разговаривал с менеджером какого-то банка. И что? А то, милая моя,
что он интересовался, на какой депозит лучше положить деньги, чтобы пользоваться им вместе со своей женой. Независимо друг от друга. А я, дурачок, думал, что это твои личные активы. Оказалось, что это деньги нашей компании. Я не верю тебе. Леша не участвовал ни в каких аферах. Он просто не мог. Так, все, хватит. Я предлагаю тебе хорошие условия. Все-таки я был другом твоего мужа, хоть он оказался редкой сволочью. Завтра я приеду сюда с нотариусом. Ты подпишешь доверенность на мое имя, сообщишь мне номер счета. И как только деньги будут у меня, я отпущу тебя и твоего бойфренда. А если нет, ты останешься здесь навсегда. Моим ребятам абсолютно пофиг. Есть тут кто-то в подвале или нет? До свидания. Простите, Дмитрий Николаевич, да. Это документация по фирме вашего буйного зятя. Я разобрался. Что там, Наташа? Что полиция говорит по поводу сгоревшей машины? Это никак не связано с делами фирмы Копылова? Думаю, нет. Полиция идет расследование. Там говорят, что это похоже на обычное хулиганство. Наташа мне так и говорила. Но я сомневался, думал, может, что-то скрывает. Ты на всякий случай держи руку на пульсе. Конечно, Дмитрий Николаевич. Буду делать все, что от меня зависит. Хотя с Натальей Дмитриевной не так-то просто вести дела. Она с детства делает то, что хочет. Что там с фирмой моего зятя? Я разобрался в нюансах. К сожалению, финансовый интерес вашей дочери потерян. Можно было бы кое-что вернуть, но она наотрез отказалась в этом принимать участие. Посмотрите сами. Да, теперь мы бедные, зато гордые. Ксюша. Ксюша. Ствол давай. Где она? Украли эти деньги. Влад тут ни при чем. Получается, смерть Алексея ему была невыгодна? А кому выгодно? Это вопрос. Ты как? Я в порядке. Сейчас, секунду. Фу. Игорь, прости меня, пожалуйста. Прости, что втянула тебя во все это. Я не должна была. Да ладно, все нормально. В любом случае, нужно выбираться отсюда. Стой! Спасибо, что подвезли. Да, и большое спасибо за аптечку. Хорошие дела улучшают карму. Всего доброго. Счастливо.
Ну что, куда теперь? Будем ждать Снегирева, пусть отрабатывает свой будущий репортаж. Хорошо, что я его визитку в бумажник не положил. Его-то у меня отобрали. Так. Слушай, мы же раньше в одной компании были. Ты никогда мне не говорил, что боксом занимался. Я тебе многого не говорил. Я забыла про квитанцию. Какую квитанцию? Я нашла квитанцию из автосервиса. За 2 дня до аварии Леша ремонтировал машину. Я хотела эту квитанцию Тарасову показать, а теперь она осталась в сумочке, а сумочка у бандитов. А если вместе со Снегиревым сюда приедет отряд полиции? Ну, скоро у нас будет возможность это проверить. А знаешь, он мне показался довольно-таки хорошим человеком. Как оказалось, наши представления о людях часто бывают ошибочные. Как-то так. Готово. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Не знаю, что бы я без тебя делала. Они нас нашли.